Андрей Косяков наблюдает за всеми недоработками коммунальных служб. Один из тех, кто в случае чего сразу включает видеозапись. В различные группы и сообщества выложил видео ямы, что находится возле дома номер один на улице Триумфальной. В наше время, когда чиновники не очень хорошо работают, одним из средств достижения цели является общественный резонанс. Поэтому, чтобы проблема решалась, приходится да, выкладывать. Ямы здесь разрыли еще в конце зимы, прорвало трубы. За несколько часов водоснабжение дома было восстановлено, а благоустройства нет. Теперь местным жителям приходится следить за тем, чтобы не нести грязь в дом. Неудобно и пешеходам, и машинам разъехаться непросто. Очень неудобно в плане того, что когда с детьми ты едешь либо на самокатах, либо на колясках, то есть это все приходится объезжать и обходить, потому что разводишь грязь просто. Зимой прорвало трубу холодной питьевой воды. Отвечает за нее индивидуальный предприниматель Карасев. Несколько лет назад он купил сети внешнего водоснабжения у обанкротившейся компании-застройщика микрорайона Гусарская Баллада. Зимой же восстанавливать благоустройство не стал, ждал теплых дней. Итак, Триумфальная 1 после наших съемок прошло 2 дня. Буквально 2 дня. И, как видим, предприниматель находится в процессе завершения выполнения своих обязательств. Асфальтовое полотно уже уложили. Сейчас насыпали песок для того, чтобы дальше выложить брусчатку. То есть вернуть все так, как было до аварии. Обещают, что к концу дня уже все закончится. Подрядчики Карасева используют ту же плитку, что сняли зимой. После восстановления брусчатки займутся газоном. Глава местной управляющей компании Андрей Суханов долго объяснял жильцам, что он тут ни при чем. Внешний вид тротуара должен восстанавливать тот, по чьей вине произошла авария – предприниматель Карасев. Вот если бы Карасев не смог, тогда местные жилищники восстановили бы все сами, а деньги потом взыскали через суд. Все то, что они не завершат, управляющая компания гарантированно обеспечит содержание этой территории в том виде, в котором она была предусмотрена проектным решением. Буквально во дворе дома номер один по улице Триумфальной в этом году начали строительство поликлиники по губернаторской программе. Так что чистота и порядок здесь имеют особое значение. Тимур Гайсин, Денис Харламов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».